уважаемые любители рок-музыки, ну вот такие навесики под каждую виллу, куда можно поставить свою машину. И мы взяли скромную машинку себе, ну, чтобы разъезжать по Турции. Range Rover Evoque. А вы же помните, кто разработал дизайн этой машины? Я надеюсь, никто не забыл, что это разработала вокалистка из группы Spice Girl, Виктория, потом получившая фамилию Бекхэм, вышедшая замуж за футболиста знаменитого Дэвида Бекхэма. Вот она сделала дизайн этой машины. Ну, согласитесь, ладненькая, аккуратненькая машинка женского дизайна, но характер у нее явно не женский. А вот он наш 105 номер. А вот бассейн возле вилл, вот это виллы, одна из них наша. А с этой стороны номера в центральном корпусе с выходом на этот бассейн. И вот этот вот бассейн, такой канал, Венеция такая местная, куда мы можем нырнуть прямо из своего балкончика и поплескаться там. Видите, сейчас вот дети плещутся, и мы плещемся. А мы же дети солнца, ну поймите, мы же рокеры. Уважаемые любители рок-музыки, ну как вам моя обновочка? Моя новая бейсболка. Черно-золотая. Черный цвет, это рокерский цвет, а золотой тем более рокерский. Потому что настоящий рокер должен быть знаменитым и богатым. Молодым и веселым. Вот таким, как Волощук СД. Я уверен, что она принесет мне славу и богатство. Уважаемые любители рок-музыки, ну как вам этот большой венецианский канал в турецком отеле Liberty? Нравится? А еще знаете, что мне здесь нравится? Что никто тебя локтями не толкает. Несмотря на то, что все номера здесь заняты и раскуплены. Но здесь так много мест отдыха, что люди разбредаются по отелю и наслаждаются каждый в своем любимом месте. Ну, а я вот решил по дороге на пляж охладиться немножко в этом большом венецианском канале. Прекрасная вода, она попрохладнее, чем в море, градуса на 3, тут где-то градусов 26, в море 29, охлаждает. Пустите, грянем буря! Помните, Вуди Финкин робко прячет тело жирное в утесах. Помало, что это ничего не прячет. Все уже привыкли к его трудовому мозолю, поэтому ему уже прятать нечего. Уважаемые любители рок-музыки, ну и я еще не рассказал вам про прекрасный спа, который здесь есть в этом отеле. Это, конечно же, не арабский спа, который у нас был в Забальсарае, там был крупнейший спа в Европе. Там что-то 10 тысяч квадратных метров, там просто заблудиться можно было. Здесь поменьше, но тем не менее, здесь предлагают огромное количество различных массажей. И йогуртовый массаж, и массаж там медовый, и массаж шоколадный, и грязевой, и массаж из водорослей, и тайский массаж. Я честно говорю, я даже не запомнил всех, там их десятки. И в том числе всякие там лечебные массажи, все есть. Плюс здесь есть, конечно, и хамам, и сауна. И есть массаж горячими камнями. Привет, как дела, мужики? Привет. Как вам нравится рок-группа Волощук СД? Конечно. Вот, конечно, говорит. Говорит, обожаю рок-группу Волощук СД. Ну, а куда? И сегодня он сейчас попробует тайский массаж, да? Сегодня он вряд ли попробует. Здесь любят рок-н-ролл и обожают рок-группу Волощук СД. Рок-н-ролл forever. Ты скажи Ататюрк. Давай. Да. Ататюрк. Да. Елена Ивановна, тут любят Ататюрка. А он был человек какой? Он любил свободу. А мы же рок-н-ролльщики, мы тоже любим свободу. Ну вот, уважаемые любители рок-музыки, здесь вас сразу встречают любители рок-н-ролла, которые вам и проделают различный массаж. Видите, как тут хорошо, прохладненько. Здрасте. Ну что, девчонки, расскажете хорошего? Что? Одесса мама, Ростов папа, Москва столица мира. Что порекомендуете Волощуку СД, знаменитому русскому рокеру? Проходите, наш проводит, покажет, расскажет. Уважаемые любители рок-музыки, обратите внимание, какая прекрасная атмосфера. Здесь можно расслабиться. Смотрите, какая прекрасная сауна. Сауна хорошая, хорошая, хорошая. Римская баня, уважаемые любители рок-музыки, а это, между прочим, редкость большая. А ну расскажите про римскую баню. Чем она отличается от сауны и от хамама? Хамам это сухая сауна, влажный воздух. Влажный воздух. Да. Можно глянуть? Ё-моё! Прекрасно! Я завидую римлянам. Уважаемые любители рок-музыки, я начинаю завидовать самому себе.
Римлянам-то само собой я завидую, но самому себе почему? Потому что здесь вокруг прекрасные женщины окружают меня. Я только проехал, зашел вокруг красивые женщины. И моя жена, самая главная, очень красивая. Да, да. О, видите, я в окружении, я в цветнике. Ёшкин кот! Тут тропический душ, гляньте. Вот это приколы. Ну супер, и птички поют. Вот такого я еще не видел даже в Арабских Эмиратах. А там есть все. А это впервые. Переплюнули, молодцы. Молодцы, переплюнули. Так, это умываться, я так понял, да? Умываться после того, как тебе стало дурно, да, от отдыха. А ну, хорошо. Освежает. Так. Идем дальше. Да будет свет, сказал монтер и перерезал провода. Помните? А тут светло, тут хорошо. Отдыхайте, нас приглашают дальше. Здесь можно отдохнуть, ну, в тепле, ну, на солнышке практически. Люди, тут турецкая баня, хамам. Хамам, а ну. Ой. Обратите внимание, какая прекрасная баня турецкая. Я, честно говоря, думал, что так римляне отдыхают. Нет, это турки так отдыхают. Это турки так отдыхают. А римляне просто сидят в пару, там, ага. А здесь пара, нет, тепло от мрамора. Ну, я думаю, что они переняли это у римлян. Помните, у них были знаменитые термы, да, у римлян? Они были именно мраморные, с теплым мрамором, и все было в пару и в воде. Это римляне так любили отдыхать, а турки переняли лучшее от Римской империи. Вот так вот. И развили. Видите, красота какая. Блин, класс. Мне нравится. Мне очень нравится. Уважаемые любители кузники, мне очень нравится, что меня окружают красивые женщины. Ну что я могу сделать? Ну такой я человек. Уважаемые любители рок-музыки, это еще не все. Пойдем пугать будем вас дальше. Пошли. Это еще не все, оказывается. Ну слушайте, ну душ, ну тропический душ меня приколол. Реально. Большой. Вы центр. Музыку, да, играете? Да, я рок-музыкант. Класс. Я русский рок-музыкант. Так, ух ты, тут еще что-то есть? Да. Группа играете? Ну да, у меня своя группа. Как называется? Группа Волощука СД. Я Волощук СД. Уважаемые любители рок-музыки, ну и здесь, конечно же, есть крытый бассейн, в котором можно отдохнуть без этой изнуряющей жары. Хотя она не изнуряющая, она очень приятная в Турции, между прочим. В Арабских Эмиратах там изнуряющая жара, там пустыня. А здесь все-таки хорошая жара, приятная. И все равно можно здесь в прохладе побыть в закрытом этом огромном бассейне. Прекрасный бассейн, мне нравится. Ой, доля непростая! Показывайте, что еще? Смотрите, здесь у нас витаминный бар. Уважаемые любители рок-музыки, здесь есть витаминный бар. Когда вы устанете от отдыха, то вам восстановят силы здесь. Правильно, я не ошибся? Здесь можно купить чай, кофе, сок. Чек, что у них купить? Воды может взять. Айс кофе хе? Айс кофе йог, нет. Йог, да? Йог. Вот йог я очень хорошо понимаю. Ой. Уважаемые любители, ой, там люди отдыхают, солевая комната. Уважаемые любители рок-музыки, солевая комната очень полезна, соль вообще очень полезна. Почему? Я расскажу. Я когда занимался боксом, у меня все время шла кровь из носа, ну дрался, кровь, разбивали нос.
Ну, никак я не мог с этим справиться. И потом мне порекомендовали через нос засасывать морскую воду. И вы знаете, я месяц позасасывал, у меня нос укрепился так, что мне его молотком разбить не могли. И после этого я постоянно делал такие процедурки в ванной. И даже сейчас приехали обязательно морской водой промывать нос. Вот такая процедура. Рекомендую всем. И от насморка, и от кровотечений. Во, пойдем. Здесь комната по уходу за телом. Ой-ой-ой. Комната семейная. Ох ты, уважаемые любители рок-музыки. Здесь даже для семейных есть. Так. Зона релакс. Ну прекрасно, очень хорошо. Хорошо. Так. Еще одна зона релакс. Великолепная. И я опять-таки, уважаемые любители рок-музыки, обращаю внимание на освещение. Это делал хороший, большой профессионал, потому что не напрягает свет. Здесь прям реально отдыхаешь. И обратите внимание на люстры. Класс. Кто-то очень грамотный делал, дизайнер. Да, начальник сети отеля. Вот так вот. Он и начальник, и он же и дизайнер. Молодец. Разбирается человек. Здесь массажные комнаты. Для семейных. Для семейных, понял. Уважаемые любители рок-музыки, опять продолжаю обращать внимание на освещение. Ну, обалденно сделано. Очень грамотно. Так, комнатка. С джакузи. Люди, вы видите, тут тебе кости помяли, шкуру потягали, а потом туда. И там пузырьками восстанавливаться. Хорошая. Очень грамотно все сделано. И комфортная температура. Тут у нас тайская. Тайская. Уважаемые любители рок-музыки, вы не забыли нашу экскурсию по музею пыток? Это тайская комната. Здесь иногда делают больно, а хороший массаж, если он не больно делается, ну это не очень хороший массаж. Хороший массаж, когда тебе прям кости выкручивают и ставят их на место. Правильно? Я не ошибаюсь? Не буду соврать. Люди, идемте. Здесь вот индийская аюрведа. Видите, тут камешками горячими тебе спинку греют. Это многим нашим рокерам очень нравится. Они ездят туда на Тибет набираться мудрости. Так вот здесь ее тоже можно набраться. Телом прочувствовать и запахом. Это то, что нельзя описать словами. Уважаемые любители рок-музыки, VIP-зона. Нас привели туда, где мы должны делать массаж. Здесь собственная сауна и собственный хамам для VIP-гостей. Видите? И... те, кто внимательно следит за нашими блогами, уже знают, какая комфортная температура, правильная, должна быть в сауне. Вот сюда посмотрите. А то разгоняет 100-120. Не, вот она. От 80 до 90. Вот это самая грамотная температура. Когда твое тело и разогревается, и в то же самое время, ну, не кукожится от жары, а раскрывает свои поры и отдает всю грязь и шлак. Пойдемте. Идемте, уважаемые любители рок-музыки, погуляли, хватит. А захотите поразмяться, то приезжайте в отель Liberty в спа-салон. Fathead Liberty Fabay. Лучший отель на побережье, уважаемые любители рок-музыки. И лучший спа-салон, вот здесь. Десятки видов массажа, правильно? Я не ошибся? Больше, чем десятки видов, ошибся. Вот, вы знаете, даже Волощук СД иногда ошибается. Здесь оказывается больше, чем десятки видов массажа. И здесь обожают русских рокеров, правильно? Красивые, да, девчонки. Конечно. Красивые девчонки обожают рок-группу Волчука СД, правильно, девчонки? Рок-н-ролл да. Форева. Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры, расскажет рокер Волощук.